Здоровье политзаключенного украинца Владимира Балуха ухудшается. Такую тревожную информацию сегодня опубликовала омбудсмен Людмила Денисова. По ее информации, Владимир стремительно худеет. У него сильные боли в области печени и воспаление уха. Напомню, голодает Балух уже 171 день. И сегодня 117-й день голодовки Олега Сенцова. Честно говоря, этот подсчет уже просто страшно вести. При этом точных данных о состоянии здоровья Олега нет. Российские официальные лица уверяют, что чувствует он себя удовлетворительно. И я даже процитирую, организм адаптировался к голодовке. Это звучит даже ужаснее, чем сроки голодовки. Понятно, что таким заявлениям верить очень сложно. Ну и в ближайшее время можно ожидать, что еще активнее этой темой будет заниматься Вашингтон. На сайте Белого дома нужное количество подписей набрала петиция с призывом к США использовать все рычаги для освобождения Сенцова. Раздел петиции на сайте Белого дома очень популярен у американцев как средство коммуникации с властью. Правда, администрация США реагирует не на все призывы, которые размещают в этом разделе, но, вероятно, тема освобождения Сенцова все-таки привлечет необходимое внимание.